Ну а сейчас у нас в студии новые гости. Как я вам и обещала, жемчуг. Жемчуг в чистом его великолепном виде. Камень, которого никогда не бывает много. Настоящий дар природы, подарок моря. Встречайте, пожалуйста, это колье под названием «Жемчужные облака». Я вам сразу же демонстрирую, что у меня для вас к этому колье есть еще и браслет. А, кстати, обратите внимание, как же жемчуг хорошо сочетается с аметистом. В общем, жемчуг абсолютно универсален. Он подойдет к любому вашему любимому камню, либо к камню, который вы захотите распробовать, к новичку в вашем ювелирном гардеробе. Стоимость 1699 рублей, а экономия какая фантастическая. Жемчуг – это выбор женщин по всему миру, во все времена, в любом возрасте. Вы приобретаете сегодня себе это колье и будете носить его десятки лет, и всегда оно будет вам к лицу. Вот, собственно, самое главное преимущество жемчуга. Абсолютная его универсальность, вневременность. Никогда такое украшение не устареет. Обратите внимание, я вам демонстрирую сразу раз, два, три, четыре варианта длины. А именно от 45 до 55 сантиметров у нас есть такой выбор для вас. Прямо сейчас выберите подходящую вам длину, тот размер, который вы хотите носить. А еще лучше, закажите все варианты. По такой цене 1699 рублей вы можете себе позволить. Посмотрите, пожалуйста, как идеально сочетаются все четыре колье. Обратите внимание, что это еще не все. Здесь есть не только жемчуг. Великолепные серебряные бусинки связывают жемчужины. Да, это серебро 925-й пробы. Я вам сейчас продемонстрирую, что застежка у нас тоже выполнена из серебра. И, кстати, очень качественно. Здесь действительно все очень здорово сделано. Нередко так бывает, что сам жемчуг потрясающий, а вот исполнение страдает и хромает. Здесь не так. Пожалуйста, карабин. Причем, посмотрите, такой округлой формы, чтобы идеально сочетался с формой жемчужин. И вот такие аккуратные крышечки, шапочки, колпачки, которые держатся за наши бусы, за эти великолепные жемчужины. И здесь у вас есть прямо сейчас идеальная возможность рассмотреть каждую жемчужину, увидеть, насколько неповторима каждая принцесса в этом потрясающем ожерелье. Жемчуг – дар природы, подарок моря. Так пользуйтесь им смело, тем более наши цены на ювелирной распродаже сегодня это позволяют. И жемчуг всегда особенный. Вы не найдете двух идентичных жемчужин. Каждая уникальна. Как близнецы, даже однояйцевые не бывают абсолютно идентичными. Также и жемчуг всегда абсолютно уникален. Это ваши индивидуальные бусы. Вы понимаете, что даже если вы и ваша подруга закажете жемчужные бусы одной длины, например, 45 сантиметров, в любом случае вы будете иметь уникальное украшение, неповторимое, потому что каждое ювелирное изделие из жемчуга абсолютно особенно. Послушайте, пожалуйста, внимательно. Поступает обновленная информация из колл-центра. У нас есть варианты 42 сантиметра, вот я его сейчас демонстрирую, 45 сантиметров, 50 и 55, то есть 4 варианта длины. А знаете, в чем особая прелесть заключается? Не только в богатом выборе, который вы даже в магазине ювелирном не найдете, но и в особом ценнике. Стоимость всех 4 вариантов длины, внимание, одинаковая. Знаете, у меня даже настроение моментально вмиг поднялось от того, что я могу такую радостную новость до вас донести. Надеюсь, что вы ее услышали. Еще раз озвучу. Стоимость всех вариантов длины одинаковая. Закажите, допустим, вашей дочке, вашей юной красавице 42 сантиметра длину бус. Потому что когда девушка молодая, когда у нее тоненькая изящная шея, короткие бусы смотрятся изумительно. А для себя выбирайте либо 45 сантиметров, либо 50. А вот я до сих пор не определилась. Посмотрите, я сегодня настоящая жемчужная королева и примерила сразу 3 варианта длины. Пожалуйста, у меня и 45, и 50, и 55. И, кстати, великолепные аметисты, с которыми я не расстаюсь. Я недаром с самого начала презентации этого колье отметила, что к жемчугу подойдет любой камень, аметист в том числе. Какую длину выбираете вы? Что вам больше нравится? Еще раз посмотрите. Каждая жемчужина абсолютно уникальна. Здесь нет и не может быть универсальности. Если вы давно искали украшения индивидуальные, я бы даже сказала индивидуализированные, созданные специально для вас, выбирайте колье «Жемчужные облака», и вы почувствуете себя
себя на седьмом небе от счастья, когда оно к вам приедет. Обратите внимание, что здесь не просто жемчуг, здесь замечательные и миниатюрные серебряные бусы, которые разделяют жемчужинки, одновременно скрепляют их. И эта нить по цене 1699 рублей. Знаете, я специально, готовясь к нашему дню жемчугу, сходила в ювелирные магазины и посмотрела, сколько же в магазинах стоит натуральный жемчуг. Пожалуйста, обратите внимание, что жемчуг натуральный. В пользу этого, в подтверждение этого говорит и форма жемчужин, их уникальность абсолютная. И плюс еще прохлада. Жемчуг натуральный всегда сохраняет прохладу той воды, из которой его вынули. Итак, недаром я завела эту тему. Я пошла в магазины, прошлась и посмотрела. Знаете, что я заметила? Бусы, ну вот такое вот ожерелье из жемчуга. Ну, длина в среднем распространена 45-50 сантиметров, по 5000 рублей стоит. Это просто жемчуг, просто. Но здесь у нас не просто жемчуг, здесь у нас к тому же еще и аккуратные вставки серебряные, бусинки и застежка из серебра. Обратите, пожалуйста, внимание, вес каждого колье 40 граммов. В магазине вам такое колье обойдется гораздо дороже, оно будет гораздо проще без таких вставок. Это еще нужно потрудиться, побегать, поискать такое именно фантазийное украшение особое. И более того, жемчуг – это выбор женщин по всему миру во все времена, в любом возрасте. Вы приобретаете сегодня себе это колье и будете носить его десятки лет, и всегда оно будет вам к лицу.